А у нас, друзья мои, началась полная подготовка к рождественским праздникам. Вот здесь на площади уже устанавливают елочки, потом это все будет так красиво, будут стоять палатки, будет продаваться рождественское вино, сувенирчики всякие-всякие разные. В общем, идет полная подготовочка. И сразу я вот сейчас мимо прохожу, и настроение такое, как рождественское немножко. Конечно, еще ничего не украшено, просто еще елочки устанавливаются, но все-таки. Вот тут технику подвезли, и всегда очень празднично проходит, очень нарядно. А это городская церковь, такая высоченная. Я нахожусь почти в центре города, вот такая церковь. Елочки. В общем, как-то так. Когда будет уже более нарядное, конечно, это все покажу. Сейчас пока я спешу по делам и быстренько пробегу. Так красиво. Фигурки. И вот эта церковь наша. Городская имеется в виду, католическая.